Всем привет, с вами Харрисон, и в этом видео я вам покажу, как открыть инженера DD Waterman. Чтобы узнать о этом инженере, нам нужно прокачать Сириан Джин до 3 уровня, после чего вы узнаете о этом инженере. Следующим требованием инженера станет торговый ранг коммерсант. Если у вас еще нету коммерсанта, то на канале есть актуальные видео по заработку в элите. Посмотрите и докачайтесь до коммерсанта. И последним требованием этого инженера станет привезти 50 тонн плавианского бренди. Этот бренди продается только в одной системе на одной станции. Летим туда и покупаем его. Также там может не хватить его на рынке, то есть не будет 50 штучек, и вам придется слетать несколько раз, чтобы привезти инженеру именно 50 тонн. После покупки жертвуем этот лавианский бренд инженеру, и он у нас становится открытым. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр и удачи в космосе!